У меня была подруга, через которую мы снимали виллу после того, как мы переехали в Дубай. Пока я работала в медицине, она часто повторяла мне: «Если тебе вдруг понадобится работа». Я не думала, что я когда-нибудь буду искать работу, пока не вмешалась судьба, а именно, пока у меня не распался неудачный брак. Итак, я пошла работать к ней. Первые 3 месяца мало что происходило, а потом она уехала, и я не понимала, чем я должна заниматься, потому что у меня не было опыта работы агента по недвижимости. У меня было 2 детей, поэтому я была вынуждена остаться в Дубае и выкручиваться одна. Так я оказалась единственным владельцем компании с единственным сотрудником. Я никогда раньше этим не занималась, у меня было всего 500 дирхамов в банке. Но преимущество молодых, что они не знают страха. Они готовы на все. Я просто ходила по городу и общалась с домовладельцами. Находила дома для сдачи в аренду. Я оказалась в правильном месте в правильное время. И не только я. Экспаты постоянно приезжали в набиравший популярность Дубай и искали жилье. Этот спрос породил спрос на агентов по недвижимости. В конце концов, я переселилась в чей-то гараж и наняла сотрудницу. Вместе мы получали большую выручку. Как-то незаметно у меня появился 2-й сотрудник, затем еще и еще. Так мы выросли шаг за шагом, следуя за спросом. Мы просто занимались сдачей в аренду жилья от имени владельцев. Затем объявили о начале продаж недвижимости, и все изменилось. После этого мы по-настоящему выросли. Где-то в то же время в нашу компанию устроился мой сын, который к тому времени вырос. Мне очень повезло, потому что мы прекрасно дополняем друг друга. Я сильна в налаживании связей, а он в стратегии. Без этого мы бы не выросли, потому что он составил целый 20-летний план развития. Самую большую опасность представляли мировые финансовые кризисы. Для небольших предприятий они всегда главная боль. Но экономика Дубая росла и выдерживала эти бури. И у нас дела тоже налаживались. Теперь у нас 4 больших офиса и где-то 450 сотрудников. Один из них работает с нами уже 23 года. Еще одни 22 года, а многие другие по 15 лет. Не могу передать, как мне это приятно. Семейные предприятия, живущие в гармонии, это самое лучшее, что может быть. Я как-то говорила с одним домовладельцем в Дубае, банкиром. И он мне сказал: все, что можно в Дубае, уже построили. А это было в 1995 году. Поэтому, когда меня спрашивают, как будет развиваться наша компания, я не знаю, что сказать. Планы планами, а жизнь берет свое.